Друзья, браво! Ну а я тем временем приветствую всех на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре сегодня 26 февраля, понедельник. Еще раз всем здравствуйте, добрый вечер. Ну, а этот замечательный вечер открыли а, наши любимые артисты, гости нашего проекта, программы "Добрый вечер", Гомери» наши большущие а, талантливейшие друзья, «Васаби джаз бенд ваши аплодисменты. Привет. Всем привет! А, Стас Ходьков, Андрей Васильев, Алексей Иосифов ребят, а, сразу несколько вопросов о композиции, с которой начался сегодняшний добрый вечер. Это наша новая это... композиция, мы готовим к джаз-фестивалю, но еще то такая это вот только-только Аплодисменты. Премьера этим добрым вечером в прямом эфире. Раскрою небольшие секреты. Вы знаете, на календаре сегодня у нас праздник, несмотря что понедельник. И, ну, как бы говорят, что понедельник день тяжелый. Но 26 февраля именно этого года, именно этот день немножко все исправило. Все дело в том, что сегодня Всемирный день неторопливости. И да, 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 медленно аплодируем. Боже, такой праздник, друзья, праздник. тоже у нас есть. И вы знаете, он, наверное, просто был необходим нашему обществу, потому что все куда-то спешат, все куда-то торопятся. И э, замечательная ассоциация, которая, кстати, располагается и была образована э, у темпераментных итальянцев, э, ассоциация называется «Искусство медленно жить» придумала вот такой вот замечательный праздник, Всемирный день медлительности или э, неторопливости. Ну, а лозунг э, этого дня не торопись и насладись моментом. Так что, друзья, вы тоже не спеша можете набирать номера телефонов в нашу студию, так как работаем мы в прямом эфире. Ну и, конечно же, не спеша. Отправляйте ваше сообщение к нам на Вайбер. Будем общаться в прямом эфире. Ну а вопрос нашего вечера будет. Я уже не знаю, что придумали наши редакторы, но хочется у вас узнать. А куда всегда торопитесь вы или куда вы никогда не торопитесь. В общем, более точную версию вы увидите а, во время эфира. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня отмечается Всемирный день неторопливости, ну а инициатива, как я уже говорил, праздника исходила. Удивляюсь. Постоянно, когда читаю эту фразу сам, инициатива исходила от итальянцев, по всей видимости, представители этой эмоциональной э, склонной к активности национальности устали от нынешнего века скоростей, вот и придумали торжество э, восхваляющее медлительность, получение получи удовольствия от каждого мгновения нашей жизни. Итак, друзья, васаби джаз-бенд я пригласил сегодня не случайно. Вот вы знаете. Э, один из лучших джаз-бендов, наверное, не только в нашем городе, не только в стране, но и вообще в Европе. А, блюз, джаз – это именно те музыкальные направления? Да, и не только. Мы, работаем. Мы играем музыку, фанк-музыку, блюзовую, джазовую, хип-хоп, сальса, латино-карибские ритмы и многие другие. Ну вот, друзья, начался вечер неторопливости. А Андрей Васильев, не дослушав мой вопрос, <свят> <свят> постарался меня перебить и ответить полностью о том, в каких же направлениях играет в джаз бенд Вот у меня джаз-блюз э, — это те направления, которые, ну, скажем так, никогда никуда не торопятся. Так ли это? Если... Нет, абсолютно не так. Разные, разная музыка по темпераменту. Есть блюз быстрый, есть медленный джаз, есть быстрый, есть медленный. Различно. Это на любителя. <свят> Вы сегодня пришли далеко не полным составом, неоднократно бывал да, на к ваших да, концертах, к не на ваших выступлениях. А почему к сожалению? Ну, кто-то работает, кто-то сегодня слишком медленный, сегодня же день такой медлительный. Вот мы сегодня пришли втроем таким составом. То есть те, кто успел не спеша дойти до нашей студии этим добрым вечером оказаться у нас на «Беларусь-4». Рассказывайте, сами-то часто куда-то торопитесь? Я часто тороплюсь. Я часто тороплюсь на работу, ну, например, на репетиции, да. на учебу, погулять, отдохнуть, поработать. Я постоянно везде тороплюсь, я не могу находиться на месте долгое время, мне нужна всегда смена событий. Постоянно, чтобы вокруг меня все бурлило, тогда я чувствую себя комфортно. Если вокруг меня все медленно и останавливается, мне начинает некомфортно. Ну хорошо, но когда-то в таком темпе жизни, когда-то все-таки э, должен произойти тот момент, когда... Так, стоп, хватит. Да, <laughs> это каждую ночь, 12 часов, когда я открываю книгу, перед сном начинаю читать, вот тогда весь мир для меня останавливается. Подожди, вот. да. Стас. Я могу сказать, что тоже в последнее время очень много занятости, очень много дел, постоянно какой-то спешишь, бежишь. И я для себя понял такую штуку, что стал очень ценить те моменты, когда ты никуда не спешишь. То есть, допустим, когда встречаешься с кем-то, с друзьями, попить кофе, то оно в 10 раз вкуснее, в 10 раз ты наслаждаешься этим больше, потому что тебе этого не хватает, и ты прям берешь все от этого момента. То есть вот, вот такой плюс в этом есть очень вот большой. Если я правильно изучил, скажем так, традиции и концепцию этого праздника, День медлительности, то итальянцы именно это закладывали... Смысл этой даты. Возможно. Возможно, ты где-то даже итальянец никогда не думал об этом. Может быть, тут. Все может быть. Алексей, человек с саксофоном в руках, вот у меня всегда вызывается ассоциативный ряд человек, вокруг которого мир останавливается. Да? Бывает такое? Всегда. Я благодаря саксофону никуда не тороплюсь. Ну, потому что куда спешить-то еще? Эти аплодисменты вам, <плодисмент> Алексей. вернемся к джазу. В васаби Band, кстати, сколько вы уже существуете? И а, а, сколько лет исполняете? Ну, мы уже достаточно 2018, долго существуем. 2006. С 2008 года мы. С 2008 года. То есть мы нам в этом году, лет. получается, у вас первый такой маленький, да. но очень серьезный юбилей. Да. 10, 10 лет. лет да. Честно ну, говоря, я не задумывался. 10 лет вы играете джаз. Почему именно эта музыка? Джаз? Blues. Если бы мы знали ответ на этот вопрос, сложно сказать. Это как-то вот ты один раз в жизни эту музыку вот услышишь, и потом ты понимаешь, что вся твоя жизнь будет связана с, этим, с этой музыкой. И по-другому. Мы пробовали другую музыку играть. Бесполезно. Все равно мы приходим к джазовой музыке, блюзовой музыке. По-другому даже не представляем свою жизнь. Итак, друзья, если вы уже обратили внимание, то в нашей студии есть замечательные э, подарки с логотипами Wasabi Jazz Band. Я попрошу э, их показать. И какой-то из этих подарков кому-то из вас сегодня за этот час, чуть меньше, чем час, достанется. Но, друзья, не, все не просто так, для этого нужно ответить на вопрос. И так как мы сегодня отмечаем этим добрым вечером итальянский праздник под э, джаз-американская музыка. Да. Под латиноамериканскую музыку, то, вы знаете, вопрос у нас будет следующего характера. Подарки у нас джазовые, вопрос у нас э, итальянский. Пицца – блюдо, которое символизирует Италию. Но почему-то среди многообразия именно пиццу Маргарита называют символом Италии? Звоните к нам в студию, не спеша набирая телефонный номер прямого эфира студии «Доброго вечера» и давайте рассуждать, почему же именно пицца «Маргарита» является символом Италии. Что получит первый победитель? Я думаю, что получит замечательную чашку с нашими логотипами. С Я логотипом... ее поближе покажу. Кстати, с одной стороны, если нас... я знаю историю этой чашки, то сделана была она специально, эксклюзивно для да. этого эфира. Она в одном экземпляре такая чашечка. Да ладно. Да. С одной Знаете, стороны у нас пошелёшь, логотип группы Васаби Джаз Бенд, а с другой стороны э, логотип нашего музыкальной Band, студии. Кстати, тут драй. есть. Подожди секунду. Тут есть еще фотография нашего город. города. Вечернего города. Это Гомель. Не совсем так, это Нью-Йорк, но он очень даже и похож на наш Гомель. Хорошо, музыкальная студия Drive, которая вот занимает практически всю площадь этой эксклюзивной кружки. Рассказываешь? Музыкальная что за... студия Drive ⁇ это студия, которая образовалась на нашей репетиционной базе, базе Васаби Джаз Бенд. Музыкальная студия Драйв – это уроки игры на музыкальных инструментах. Так что все, кто хочет научиться играть на музыкальных инструментах, милости просим в нашу студию, к нам, к Васаби Джаз Бенд, в нашу студию Драйв. Будем учиться играть. Давайте поаплодируем и нашим гостям, и потенциальному зрителю, который станет счастливым обладателем единственной э, кружки на планете Земля и вообще, в принципе, во всей да, Вселенной все с такими вот э, логотипами. Друзья, номера телефонов на ваших экранах. Ну и не забывайте, э, напомню вопрос, что э, пицца – блюдо, которое символизирует Италию, но почему-то среди всего многообразия именно пиццу Маргарита называют символом Италии. Ваши варианты? Ответов, почему. Ну и не забывайте присоединяться к нашему общению в Viber. Пишите, звоните. А я тем временем спешу продолжить наш эфир. Современные люди постоянно вынуждены куда-то торопиться, из-за чего часто упускают какие-то радостные моменты в своей жизни, в жизни своих близких и друзей. Наверное, такова цена прогресса, с этим, наверное, никто спорить не станет. Но хотя, мы иногда, э, хотя бы иногда нужно уметь приостановиться, осмотреться вокруг, сделать что-то не спеша. Всемирный день неторопливости именно на это и нацелен. Буквально через несколько мгновений продолжим. Ваши неспешные аплодисменты. Поехали. Сегодня день неторопливости в программе ⁇ Добрый вечер, Гомель ⁇ Сегодня мы никуда не торопимся и также не спеша звоним. А, алло, есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте Давайте с вами знакомиться. А, я Леня, занимаюсь, у Андрея Петровича на студии играю в группе ⁇ Инсайт ⁇ Здравствуйте, привет, Леонид! Привет, привет! Леонид, скажите, а куда вы сегодня торопились? Или согласно закону Ой, этого я праздника? Торопился Ну, хорошее начало на вот этого. Потом Ой. На концерт, потом домой есть. Так, замечательно. А вообще есть у вас, у вас в жизни много поводов, куда-то спешить, торопиться, или все-таки вы делаете паузы и, скажем так, пусть весь мир подождет, как говорится? Ну. Я тороплюсь обычно на репетиционные, на индивидуальные, и вот, ну, посмотреть на такие э, программы, где участвует Андрей Петрович. Отлично. Итак, вернемся же все-таки, э, какой целью позвонили-то? Я позвонил выиграть кружку. Хорошее желание. Я вот, вы знаете, повторю, что я уже пожалел, что задал вопрос, особенно после того, как узнал, что эта кружка сделана в единственном экземпляре. Итак, вопрос повторить или? Пицца, блюдо, которое символизирует Италию, но почему среди всего многообразия именно пиццу Маргарита называют символом Италии? Леонид, они ваш вариант. Ответа. А потому что это кулинарный флаг страны, то есть, ну, сыр он типа белый и ну символизирует белый цвет, красный это, мне кажется, соус, а, а зеленый это ну трава, азилик или как там что-то у них. Ну, вы знаете, я вынужден засчитать ваш ответ правильным. Эти аплодисменты в качестве бонуса да, вам. Да. А, ну и, конечно же, эта кружка, которую я сейчас вот с огромным удовольствием. Передам вам, вы ее честно заслужили, эти аплодисменты тоже. В еще, хочу сказать, что не только пицца маргарита, но еще салат капреза тоже имеет цветовое сочетание, такое же, как и флаг Италии. Оставайтесь на линии, оставьте ваш номер телефона нашему редактору, и э, там уже договоримся, как и где вы заберете эту кружку. Хотя можно будет передать Андрею. Вы понимаю, на что... репетицию. Ладно, ребят, продолжаем нашу программу. Под ваши аплодисменты я хочу пригласить нашего гостя, который знает наверняка, как жить без спешки. Почему одни люди торопятся, а другие, наоборот, раздражают своей медлительностью. Где найти эту золотую середину, чтобы вечно спешащие понимали неторопливых? К нам в гости пришел старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Франциска Скарыны Степан Станибула. Давайте встретим его аплодисментами. Степан, приветствую. Добрый вечер, да. Торопился к нам или шел, и не Вот признайся. Вот последнее время я решил для себя, что все-таки, наверное, надо наслаждаться моментом и никуда не спешить. Даже в минус 10 на улице. Даже в минус, даже в минус 20. То есть итальянцы придумали, а вы тут ну, делаете, что хотите. Праздник есть праздник, 26 февраля обозначена дата, и какая погода в этот день будет на улице, это уже совсем не важно. Мне кажется, да. Ну, не совсем, наверное, итальянцы придумали, да? Uh -huh. Вот о Мархая мы еще говорим. Кто понял жизнь, тот не, тот не спешит. То есть вот и в этом заложена вот, вот очень глубокая на самом деле мудрость. Да? Попытаться вот, вот расслабиться, получить удовольствие от того, что тебя окружает, и попробовать просто чуть-чуть замедлиться. А не у всех это получается в век э, технологий и постоянного движения куда-то. Но все-таки, почему же одни люди торопятся, другие наоборот нет? Можно... Э, в психологии есть какое-то объяснение? Конечно. Да? Ну вот я вот э, когда готовимся к этой программе, у меня был выбор. Поторопиться, да, ответить на этот вопрос так более или менее формально, или замедлиться и попробовать как-то так вот, ну, пощупать, что на самом деле вот лежит в основе этого феномена. И мне кажется, вот, вот что я видел из своего опыта наблюдения за людьми, работы с людьми, что, скорее всего, вот как мне кажется, тут лежит вот очень такое глубинное базисное переживание страха. Страха перед чем? ну вот страха перед отношениями, перед близостью настоящей, да, перед эмоциональной привязанностью. Знаете, вот, вот сейчас по телевизору, в кино огромное количество мы можем видеть фильмов, когда вот там бизнес-леди, да, женщина, компульсивно строящая карьеру такую, да, вот, вот постоянно на работе, да, но потом мы узнаем, что эта женщина почему так делает постоянно спешит, бежит куда-то и так далее, потому что у нее всего лишь проблемы там в отношениях с противоположным полом. Она боится, у нее есть какая-то травма психологическая, ей страшно. И так, и если это я выливается понимаю, в... спешка. Она из-за э, страха? Да, из-за какого-то, скажем так, ну, индивидуального э, там компонента фенологии переживания страха, страха чего-то. Вот знаете. Так вот, остановиться, сказать себе, вот я несовершенен, Хорошо, я опаздываю. Значит, те люди, которые никогда никуда не торопятся, они в принципе смелые и ничего не боятся. Ну, не надо, конечно, так говорить категорично, но они скорее более такие, вот знаете, эти люди более целостные, более способные, вот знаете, вот пить, пить чай жизни, вот так вот маленькими приятными глоточками и получают от этого удовольствие. Но в то же время вот мы выбрали две категории людей, которые одни куда-то вечно торопятся, другие, скажем так вот, как вы сказали, пьют маленькими глоточками и получают удовольствие. Но те, кто медлительны, раздражают тех, кто вечно куда-то торопится, и наоборот. И что? Как здесь быть? Ну, не, ну это хороший вопрос, как бы ну ну хорошо, Саша. Александр, позволю себе как бы такую, ну, не совсем популярную вещь сказать, но как-то доп... позволить себе кого-то раздражать. Угу. То есть это в нашем мире тоже допустимо? Ну, как-то да, на самом деле. Но быть несовершенным, быть таким, который, ну, которого там тебя могут не принимать кто-то и так далее, ну, подстраиваться под всех, это как бы тоже очень... Это путь, к... быстрый путь к неврозу на самом деле. Да ладно? Да, конечно. Хорошо, ну а вы часто можете себе позволить никуда не спешить? Да. Слушайте, вы счастливый человек, эти аплодисменты вам. Спасибо. Научите. Научить. Или хотя бы дайте какие-то ценные советы и рекомендации. Как позволить себе никуда не спешить? Как нужно организовать свою жизнь, хотя бы распланировать свой быт, свою неделю, чтобы никуда не торопиться. Ну просто задать себе вопрос, от чего я тороплюсь. Ну вот каждому человеку просто вот задать себе такой, от чего я тороплюсь. И как правило, этот вопрос бывает очень полезный, и люди вот как бы начинают понимать, тороплюсь от от чего-то, что мне неприятно, да, там mm -hmm. не знаю, там, от нелюбимой жены. Или от того, что там, не совсем устраивает работу? Хорошо, но может быть такое, что человек торопится на работе сделать ту побыстрее работу, которая ему не совсем приятна. Может быть, но почему он это делает? Вот вопрос вообще, почему он вообще берет эту работу, которая ему не совсем приятна? Почему он, ну как он оказался там, где ему эта работа, ну как-то не совсем нравится? Почему он. Ну, вот как-то так, вот вопросы себе. Вот, мне кажется, самое главное новообразование человека, вообще, uh -huh. вот его качество, это способность беседовать с собой. И как-то понимать, чего ты хочешь, где тебе нравится находиться, а где не нравится. Тем ли ты делом занимаешься. Ну, как-то так вот, ну, честно и искренне отвечать себе на такие простые, казалось бы, вопросы, но которые на самом деле очень сильно влияют на нашу жизнь. Вот все-таки молодцы итальянцы, которые придумали этот праздник, что нужно когда-то остановиться и задуматься над тем, насколько часто и куда, главное, ты торопишься и спешишь. Да, конечно. Куда ты боишься опоздать? Или от кого ты убегаешь? Да, 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 очень интересно. Посмотрите, какая у итальянцев культура очень ну, удивительная такая, да? Она такая наполнена красками, она наполнена такой, ну вот... Вот, ну, не знаю, в итальянской культуре, как, как, да, вот, как не в другой, там очень большой скажем так, аспект, они очень у них очень формализовано, да, прием пищи, это очень важно, да, вот они действительно умеют получать кайф от жизни и удовольствие. И за это... Это Кстати, очень эти аплодисменты вам за Спасибо. ваши советы и рекомендации. Кстати, в честь праздника в Италии проводится достаточно много интересных мероприятий. Например, в Милане, 26 февраля, люди, слишком спешащие по своим делам, могут нарваться на, например, на штраф. Правда, он символический, но тем не менее он дает понять, что ну куда же вы торопитесь? Давайте остановитесь и подумайте о каких-то более важных делах. У нас по большому счету точно так. Вот я вот вы говорите, а я начинаю задумываться. По большому счету у нас тоже так все организовано. Ну вот если мы куда-то торопимся, превышаем скорость, штраф, штраф, да, если мы там бежим где-то, мы можем упасть, травмироваться и так далее. То есть есть определенный темп для каждого человека, где вот он способен выживать и быть эффективным. Да, вот. То есть в любой сфере деятельности, не только на дороге, но и в любых сегментах жизни превышение скорости, оно... Да как-то да, оно... Ну, очень там много э, вероятности, да, куда-то попасть. Туда, так куда вот, учитывая то, что праздник этот э, пошел из Италии, я предлагаю к нашему разговору э, пригласить еще э, одного моего гостя. Давайте встретим его аплодисментами. Руководитель Международного благотворительного общественного объединения помощи детям Чернобыля Геннадий Викторович Корецкий. сегодня у нас в гостях. Здравствуйте! Спасибо огромное, что нашли время к нам заглянуть на огонек. Геннадий Викторович, вы Италию знаете не понаслышке. Ну и, наверное, с этим праздником День неторопливости тоже знакомая. Ну, завтра обязательно позвоню и спрошу своих итальянцев. Торопились они или нет, никому и кому ли, за что они, какие они штрафы про этот дали. праздник. Ну, а если говорить уже, что итальянцы, когда они не торопятся, абсолютно правильно сказал, только во время приема пищи. Вот это культ. Все остальное, хотя бы послушайте, как они говорят, 100 слов в минуту. Плюс еще надо помахать руками, ногами, чтобы все успеть и все объяснить. Но еще и параллельно с кем-то вести диалоги. Как минимум с тремя-четырьмя. Если вообще, если два итальянца вместе собрались, это уже ну, базар, то есть, базар. То есть это базар. целая толпа да. людей. Если я не ошибаюсь, хотя возможно ошибусь, спрошу напрямую, вы... Сколько лет назад впервые попали в Италию? В 91-м году. Угу. Да. А, тогда помните те первые ощущения, которые на вас произвели итальянцы, с их темпераментом, ну, с их менталитетом, с их стремлением, с их а, вот этим вот молниеносным, молниеносной речью и а, привычкой вести несколько диалогов? Ну, во-первых, Италия поражает тем, что это Италия. Это, это искусство, это культурные ценности, ну и понятно, что темперамент итальянский, вот он как был тогда, он такой и остался, медленнее они не стали. Это я вот, вот, вот абсолютно четко говорю, я в Италии был очень много раз, и, конечно, это, это просто поражает та скорость, с которой они работают, просто поражает. Потому что это, ну, превышение скорости тяжело, потому что там все-таки на дорогах 130 разрешено, не ездят они быстрее. В городах, ну, немножко, ну, чуть-чуть, ну, ну километров на 30, если превысят, то это нормально. А много ли мифов про итальянцев? У Те, которые, например, до поездки вам давать дело слышать, и то, что вы увидели на самом деле. Мифов, мифов про Италию, их столько, но только это не мифы, это правда. Это действительно великая страна, это, это очень добрая страна, это очень эмоциональная страна, это... Ну, вы только подумайте, только вот через нас выехало в Италию больше ста тысяч детей. Вот, вот как надо относиться к детям, к чужим, угу. чтобы принять сто тысяч? Сейчас уже ездит второе поколение, уже третье поколение поехало. Тех детей, которые когда-то выезжали. Причем ведь речь идет не только о том, вот об оздоровлении. Они оказывают колоссальную помощь и в лечении детей. Это и онкологически больные различными проблемами физическими дети выезжают. Ну и вот, вот вы же в Гомельском университете работаете, кафедра психологии. Ее открыли, в общем-то, по большому счету, итальянцы. Итальянский профессор Гаэтана Барлетто очень долго работал в Гомельской области. И в конечном итоге это привело к тому, что в университете открыли факультет психологии, практической психологии, вот так она называется. Так что итальянцы это, это великая нация. Великая нация. Так что я думаю, что Римская империя не прошла мимо них. Эти аплодисменты и итальянцам и белорусам это, это и тому Этому это празднику, который благодаря э, им, который появился и э, у нас. Степан, э, а вот насколько важно научиться контролировать э, свой темпоритм? Ну, мне кажется, важно, потому что, ну, я говорю, повторюсь, что вот что многие моменты, вот важные на самом деле, эмоционально важные, психологически очень сильно важные, мы пропускаем. В силу того, что, ну, как-то вот, наверное, ограждаем себя от чего-то, вот важно вот пожить. Вот такое слово простое, просто пожить, вот, да, вот в том контексте, вот где вы находитесь, да, вот не не набегу там целую жену, да, мчаться на работу, там, прибегая, когда она уже спит, там тоже ложиться с мыслью о том, как же я завтра там побегу на работу и так далее. А как-то вот, ну, побыть в этом моменте, да, вот, почувствовать его, прожить. А осталось, понимаете, осталось только понять, где этот момент, когда остановиться, но об этом мы поговорим немножко попозже. А я хочу обратиться к вам, ребята, Васаби Джаз бен сегодня у нас в гостях, еще раз искупайте их в аплодисментах. А, а бывает ли а, джаз с итальянским акцентом? Бывает, конечно, почему нет? Бывает? А, мы бы могли сегодня что-то услышать, или это достаточно сложно будет? Ну, сегодня мы такого ничего не готовили, конечно, с итальянским э, акцентом. То есть будем но джаз может быть таз. с любым акцентом. Угу. Туда можно этнику любой нации внести. Вы знаете, есть у нас еще один подарок для кого-то из наших зрителей, и я его с удовольствием продемонстрирую. Если я правильно понимаю, это тоже эксклюзив в единственном экземпляре? Да, совершенно верно. Или все-таки этих партийка другая? Нет, есть. с таким логотипом в единственном варианте. Итак, майка с логотипом Wasabi Jazz Band, майка превосходного качества. Но вопрос следующий у нас будет от вас, господа музыканты, и связан он будет непосредственно с музыкой джаз. Какой же будет вопрос? Чем мы озадачим наших зрителей? Ну, вопрос следующего характера. Черной трубой в мире называли Луи Амстронга. А кого же называли белой трубой? Небольшая подсказка: этот человек работал когда-то в нашей гомельской филармонии. То есть Кто это? жил в нашем городе. Друзья, не спеша набирайте телефонный номер, присоединяйтесь к нашему разговору и ответьте, пожалуйста, на вопрос от Вассаби джаз бенд. Черной трубой, титул Черная труба у Луи Армстронга, а кого же назвали Белой трубой? Что будем слушать сейчас? Чем Следующая порадуется? композиция называется It ain't necessarily so. Ваши аплодисменты, <плодисменты> <плодисменты> маэстро, пожалуйста. аплодисменты Васаби Джаз Спасибо. Друзья, после небольшой рекламной паузы вернемся в эту студию и продолжим наш неторопливый вечер. Не переключайтесь. <плодисменты> Хотел сказать неторопливый вечер, и даже немножко аплодисменты запаздывают. Но не, нормально, все прозвучали. Спасибо вам, эти аплодисменты. Давайте себе поаплодируем. Немного о ваших сообщениях. Я никогда не тороплюсь вставать в 6 часов утра на учебу, валяюсь до 7, Даша, Дарья. Ну, вы же смотрите так, а то можно самое интересное на, на учебе проспать. От Михаила. Я считаю так, люди, которые ходят не торопясь, зачастую более успешные и собранные. Хотелось бы узнать, что же вы имеете в виду и как-то немножко шире ответ. Это праздник не про нас. Наш менталитет не позволяет быть медлительным. Медлительность? Нет, не слыхал. Ну, примерно такие ответы пришли комментарии к нам на Вайберн. А еще у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Пожалуйста. Меня зовут Саша. Людмила Васильевна. Скажите, пожалуйста, куда вы торопились сегодня, ну или не торопились. Я хотела посмотреть солнце, морозную погоду. То есть у вас все по Пушкину сегодня, морозы, солнце, день чудесный. Да. Успели? Я живу рядом с телестудией, поэтому мне вот приятно было походить. В любимом городе, по любимому городу. Замечательно. Но позвонили вы нам, наверное, не просто так. Вопрос, наверное, заинтриговал, заинтересовал. Ну и приз, который в единственном экземпляре. Майка с логотипом Wasabi джаз Band в том, что хочу ответить, потому что я знаю давно и увлекаюсь творчеством. Это, по-моему, Эдди Рознер, Белая труба. Ребят, совершенно правильный ответ. Эдди Эти аплодисменты вам. Ну и, конечно же, вот эта вот замечательная майка в единственном экземпляре с логотипом Васаби Джаз Бенд тоже достается вам. Давайте еще раз нашу телезрительницу, нашего победителя, нашу победительницу искупаем в аплодисментах. Спасибо вам большое. Трубку не кладите с нашим редактором на телефоне. Договоритесь, оставьте ваш номер телефона. Ну и там уже вам расскажут, где и как вы заберете ваши э, призы. Ну а так как у нас сегодня вечер медлительности, неторопливости, никуда не спеша не, не спешания. Надо правильное ударение будет поставить. Ладно, никуда мы сегодня не торопимся, продолжаем наш неспешный разговор. В Италии, в принципе, много праздников? Ну, так же, как и у нас каждый день. Ну, мы просто не все их знаем. В Италии тоже самое. То есть постоянно какой-то праздник у них повод найдется. А с 1991 -го года вы знакомы с этой страной, а вот когда появились первые профессиональные контакты и отношения? Даже скажу спрошу больше: кто кого первый заинтересовал? Итальянцы белорусскую гомельскую сторону, или гомельчан итальянцы заинтересовали? Ну, вы же понимаете, что в те времена была очень тяжелая ситуация после Чернобыльской катастрофы? Ну и понятно, мы обратились к итальянцам за помощью, и они немедленно откликнулись, причем в огромном масштабе. Поэтому. А сейчас, сейчас мы полезны друг другу. И мы, и итальянцы. Причем, как отмечают все, что, в общем-то, достаточно уникальная ситуация сложилась между Белоруссией и Италией. Всегда сначала идет экономическая составляющая, а потом гуманитарная. Угу. С Италией все наоборот. То есть, сначала гуманитарная составляющая. Гуманитарная, культурная, спортивная. Спортивное это уже все попозже. А сначала чисто гуманитарное оздоровление и лечение детей, э, иностранная безвозмездная помощь, ну а затем уже пошли профессиональные контакты. И первые контакты это были врачи. Врачи, которые к нам приезжали, после чего наши врачи ездили в Италию. И сейчас это продолжается, идет по нарастающей. За с 91 -го года налажены эти контакты, налажены дружеские мосты. Можно вот уже сегодня делать какие-то, подводить какие-то итоги, делать какие-то выводы. Я, я понимаю, что... это Вы меня св... торопите, я так понимаю, да? Эта связь, она, ну, скажем так, только на начале нет, становления нет, пути нет. общения. Если... Нет, это уже не начало, это уже достаточно большой путь пройден. Как я уже сказал, здравоохранение, затем спорт, образование, культура и так далее. Сейчас уже перешли, в общем-то, к экономическим каким-то завязкам. Это уже сельское хозяйство и производство. То есть это, этот процесс идет, идет он идет очень активно. И на сегодняшний день, ну я не знаю, кто в этом заинтересован больше. В общем-то, те же экономические санкции на нас тоже работают, очень удачно. То, что касается культурных взаимоотношений, о чем хотелось какие сегменты хотелось бы отметить на день сегодняшний? Ну, на сегодняшний день это обмен фольклорными коллективами. Он идет, он достаточно успешен. Возможно, в этом году к нам приедут и какие-нибудь хоровые группы и будут участвовать в дни, в дня Гумеля в сентябре. Так что это все, это все возможно. И это все идет. И мы в этом, конечно, очень заинтересованы. Но, насколько я знаю, достаточно часто делегации из Беларуси, в частности Гомеля и детские делегации, выезжают в Италию. Как вот наши темпераменты, немножко разные, нашли точки соприкосновения? Вечно... Они очень разные. Абсолютно не разные. Мы, мы очень похожи. Наверное, поэтому вот и сложились такие отношения, потому что белорусы очень похожи на итальянцев, равно так же, как и наоборот. Тем более сейчас ученые говорят о том, что, в общем-то, э -э в Италии белорусские корни. То есть мы, мы везде. Так и должно быть. На сегодняшний день вот главная миссия организации, которую вы возглавляете, как бы вы ее обозначили? Укрепление связей между Белоруссией, ну не только Италией. Мы работаем не только с Италией, это, это если вот ну, так очень грубо говорить. А вообще, э, эта миссия, как она была 30 лет, 29 лет назад в этом году будет, так она и остается. Твори добро. И вот здесь как раз, и я абсолютно не согласен с вами, надо торопиться делать добро. И чем быстрее ты его будешь делать, тем больше отдача будет. Но за 29 лет, я думаю, что добра создано очень-очень много, и плоды этого добра не очень хорошо невооруженным глазом видны и на территории Гомеля, и области. Вот что, скажем так, с вашей точки зрения вызывает, ну, может быть, даже гордость? Наверное, то, что на сегодняшний Результатами день... Результатами этого труда. В Гомельской области итальянец не забудется, что он всегда найдет на улице человека, который говорит по-итальянски в магазине, в школе, на улице, по, где угодно, всегда есть кто-то, кто говорит на итальянском языке. Есть, ну, я говорю, огромное количество детей, которые там побывали. Так что вот это, вот это, наверное, основное. Вот смотрите, если бы э, перенеслись назад на 29 лет, в тот же 91 -го год, вы бы выбрали другую страну или все-таки остали... или... ну, Италия? Это не первая страна, с которой мы стали работать. Первая страна была Германия. В мы работали с восемью странами, западной Европы, и даже одну группу мы отправляли в 90-м году в Китай. Ну, так получилось, что я уже говорил, итальянское отношение к детям ⁇ это, это какой-то феномен. Вот, вот они так, вот... вот Какое вот, оно? Ребенок может делать все. Вот то, чего у нас нет. Мы, к сожалению, своих детей вот как-то сдерживаем, воспитываем, гоняем. Итальянцы нет. Равно такое же отношение к нашим детям. Тем более детям, которые там из детских домов, из сельской местности, да и городские тоже. У них культ ребенка. Культ, то чего вот у нас, к сожалению, пока нет. Возможно, как-то стоит научиться этому, или? Ну, так учимся. Я так понимаю, что вот эти 90 тысяч детей, которые там побывали, уже это знают. И я очень надеюсь, что они будут это применять в жизни. Дружба и сотрудничество продолжаются вот уже 29 лет. По большому-то счету целое поколение. А были ли примеры, когда эти контакты перерастали во что-то большее? Вы не представляете, сколько девчонок вышло замуж за итальянцев. Теряем, теряем кадры. Вот что То есть они туда уже не итальянцы сюда перевозят, а сами нет, туда. Как-то вот ну пока обратного притока нету. Если есть, то это ну, А В основном туда. Геннадий Викторович. А ведь к этим миссиям, когда итальянцы приезжают сюда и навещаете и детские дома, вы часто обращаетесь, ну, скажем так, к организациям, которые, в общем-то, и не подумал бы, что имеют к этому отношение. Вот хотелось бы подробнее остановиться на моменте, когда к посещению детского дома вы привлекли мотоклуб Железных железные братья. Было дело. Немножко не так. Очень много действительно приезжает итальянцев. В прошлом году к нам приезжали итальянский мотоклуб из Парм. Восемь мотоциклистов приехали, бедные, как они ехали я не представляю, но тем не менее приехали и здесь их принимали наши железные братья. И ä, понятно, что вообще вообще это для меня это было абсолютно новое. Мы же, как судим о байкерах, бандиты, наркоманы, хулиганы, вот такие ребята. Вот такие. Просто, просто супер. Скажите, такие а... же итальянцы. И вот наши байкеры привезли итальянских байкеров в детский дом в Речицу и, и там катали детей. Это, ну это, это надо было видеть. Это... Итальянские байкеры от белорусских, на ваш взгляд, как-то отличаются? Внешность. А так они, поведение абсолютно одинаковое. Это, я еще раз говорю, для меня это было вот, вот просто открытие. Равно так же, как вот эти ребята для меня сейчас тоже открытие. И думаю, что ну, попытаемся что-нибудь и с ними, возможно, сделать. А, неоднократно можно и в том же интернете, и в новостных лентах найти еще а, а, взаимоотношения Гомеля и Италии в спортивном э, сегменте. Что можете сказать, как поддерживают ваша организация спорта и чем можете гордиться? Ну, гордиться. У нас мы занимаемся, через нас, скажем так, выезжала уже в Италию 8 видов спорта. Причем это дети? Наши дети выступают прекрасно в Италии, занимают на международных соревнованиях призовые места итальянские дети уже приезжают к нам это по баскетболу по биатлону то есть это в общем-то за эту работу фонд награжден оскаром вот а, я хотел о... сказать что мы Оскару знаем, мы тоже... да, мы знаем только одного оскара которого вот у нас показывают все время это э, киноакадемия оскар выдается по очень многим номинациям в том числе вот в прошлом году э, из, Рук президента Олимпийского комитета Италии мы получили самого настоящего Оскар. Вот эту золотую статуэточку. По-моему, это достойно аплодисментов. Всей в Гомельской области вам аплодируют. Что представляет собой э, спортивный Оскар? Он выдается не спортсменам. Он выдается тем людям, которые организовывают эти вещи. То есть теневикам. Тех, кто в тени, тех, кто тех, про которых не говорят, про них не знают. Ну, вот именно за организацию вот этих детских обменов спортивных вот мы получили Но такой набор. Выглядит он так же, как настоящий Оскар? Он или... это, он, он, это не, не как настоящий, это настоящий Оскар. И выглядит он точно так же, точно такая же золотая статуэточка. Обещайте, что в следующий визит вы обязательно принесете эту статуэтку настоящего Оскара ну, к нам. В студию. Доброго Обещаю. вечера. Эти аплодисменты вам. С вашего позволения, есть у меня еще такая информация, что вы, кроме того, что награждены Оскаром, вы получили награды из орден из рук президента Италии. Ну, я награжден президентом Италии, но из рук чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики, да, действительно, меня наградили орденом Звезда Италии. Друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы присоединились к итальянскому празднику. Итальянский праздник у них сегодня 26 февраля. День, когда никто никуда не торопится. День медлительности. Вы знаете, хотелось бы обратиться еще раз. Не верю, не верю что в Италии никто никуда не торопится. Геннадий Викторович, но тем не менее, они создали такой праздник. Праздник есть, значит, нужно как-то придерживаться его традиции, тем более, что праздник существует не а, первого года, а, слава богу, с 2007 года. Мы будем стараться. Потребность есть. Давайте, давайте поаплодируем этому празднику. Хорошо. Так, я э, 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 Призываю вас написать нам какие-то сообщения, если вы куда-то торопитесь, может быть и э, нет. Ну а тем э, временем, пока вы думаете и размышляете над этим вопросом, куда же стоит торопиться, а куда нет, у меня вопрос еще к нашим музыкантам. Хотелось бы музыкальную ноту добавить в наш эфир, что мы послушаем на сей раз. Следующая композиция, тоже премьера, тоже готовим ее к джаз-фестивалю. Джаз-фестиваль у нас будет проходить 23, 24, 25 марта в нашем музыкальном колледже искусств Соколовского. Джаз-фестиваль, кого он соберет вокруг себя, сразу вот есть на Многие поговорить. музыкальные коллективы приедут из Минска, приедут из университета культуры, преподаватели будут проходить мастер-классы, будут выступать гомельские оркестры, оркестр Одинцова Юрия Ивановича, диксиленды, Будет много интересного. То есть это конкурсная программа. Весь цвет белорусского джаза соберется в эти дни в городе. Практически да. Так что все, кто любит эту музыку, приходите. А сейчас мы сыграем небольшой фрагмент, который готовим к этой, так сказать, к нашей сольной программе. программе. Давайте сделаем так. Мы вас поддержим аплодисментами. А, а вы начинаете. Сабельшас Бен сегодня вместе с нами отмечает этот замечательный вечер, вечер неторопливости. Напомните еще раз, когда не спеша торопиться на концертную площадку, где можно будет услышать и вас и остальных остальных музыкантов белорусского джаза. Ну, ближайшие концерты, именно наш сольный концерт будет 2 марта в баре Квартирник, а джазовый фестиваль будет проходить 23, 24 и 25 марта. Именно наш сольный концерт будет 25 марта в 17.00, колледж искусств имени Соколовского. Обязательно придем, мы там Ждем тоже всех. будем. Спасибо за приглашение, друзья. А, время, собственно говоря, осталось у нас до окончания эфира немного. Геннадий Викторович, это 29-летняя история. Скажем так, если обратиться к кульминации дня сегодняшнего, во что она переросла, и, возможно, уже стоит поделиться планами, например, на предюбилейный, это 2018-й предюбилейный для вашей организации год. Что? Ну, воплотили? если говорить об оздоровлении детей, оно уменьшается и в общем-то это понятно, потому что ну, не могут так долго люди принимать одно, из одной стороны другую, но другие другие э, задачи появились mm -hmm. э, и вот и ваш канал совсем недавно показывал про проекты, которые ветки осуществлены это это огромная работа, которую я думаю приносить... стоит напомнить об этих проектах это э, ну вот сейчас э, в Хойниках буквально на прошлой неделе Закончился очередной э, проект, который э, осуществляют, опять же, итальянцы за деньги Европейского Союза, где учат э, молодых людей шить, э, учат языкам, учат, э, как заниматься спортивными и тренировками в том числе. И, и учат даже э, чиновников, как работать по системе одного, «Одно окно». Угу. То есть это... Мы перешли. То от... есть в Италии система одно окно, она тоже существует. Конечно, а конечно, Насколько отличается одно окно итальянское? И... Я, честно говоря, не был ни у них, ни у нас. В одном окне ни разу. Вот ну, как-то мне двери больше попадаются. А, дело в том, что если раньше мы говорили о том, что Италия или другие страны помогают нам в ликвидации последствий аварии, именно как скорая помощь, сейчас этого нет. Сейчас уже. Нам дают удочку. Нас учат работать. Нас, если говорить о врачах, то врачи проходят стажировки в Италии. Те же психологи, кардиологи, хирурги. Этот обмен очень активно идет. Очень активно. То же самое можно говорить о сельском хозяйстве. То, Когда что касается наши сельского сельского ездили. хозяйства, Если у меня верная информация, то на территории Гомельского района построена теплица. Не Гомельского района. Это, это вообще был самый первый у нас вот такой проект, ну, скажем так, социально-экономический: когда итальянцы на территории школы интерната в Журавичах построили промышленную теплицу. Вот, вот как раз она. Вот, Я вот это попрошу то, что наших там режиссеров показать. Стоимость, стоимость проекта 115 тысяч евро. И итальянцы сами, его, сами ее устанавливали. Теплица полностью автоматизирована. В ней. Вот, вот, вот это то, что в ней сейчас выращивается. И э, детский дом полностью имеет собственные фрукты, овощи. Сами себя обеспечивают круглогодично. Сами года себя обеспечивают, причем э, важно то, что дети сами там работают. Дети инвалиды, они работают там сами, выращивая помидоры, там огурцы, кабачки, лук, зелень. И теплица работает круглогодично. То есть вот это. Самый первый у нас такой проект. Но сейчас вы говорите то, что в разрезе сельского хозяйства итальянский опыт тоже принимается активно? Конечно, конечно. Потому что ну, итальянцы ⁇ это сыры, это переработка овощей и фруктов, это разведение крупного рогатого скота и так далее. К сожалению, ну, мы сейчас ведем речь о том, чтобы у нас в Беларуси... Была глубокая переработка продуктов сельского хозяйства. Планы на ближайшие несколько лет, я так понимаю, что уже обозначено. Торопиться делать добро. Это основной план. А, а, ну, получается так, что вы же поймите, 90 тысяч детей, они ведь уже выросли. Многие из них выросли. Многие из них живут на территориях, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Вот сейчас мы очень плотно работаем над тем, чтобы создать некую систему, в первую очередь, образования для этих экс-бомбини, как мы tube. их называем, чтобы они остались на своей земле. Чтобы они не переезжали в Гомель, не переезжали в Минск, не уезжали в Италию, Германию и так далее. Чтобы они здесь жили и достойно работали. Вот это вот основная цель. Эти аплодисменты вам и той миссии, которую вы возглавляете. Но буквально несколько мгновений у нас остается до завершения эфира, до завершения этого дня медлительности или неторопливости. Степан, вы как психолог все же что посоветуете? Торопиться или ну, посмотр... замедлить свой ход? Посмотрите, Александр, как-то у нас сегодня такое как бы кредо на программу было какое? замедлится. Замедлится. Замедлится, и так вот сразу такая вот классная, очень сильная установка. Но, ну, с другой стороны, столько всего успели. Да, ну вот смотрите, и что, и вот итог программы, да, вот классная фраза «торопись делать добро». Вот как-то вот, да, вот сегодня программа как будто вот что-то сделала такое, вот, ну, на самом деле очень важное, да, вот это вот зародило какие-то новые моменты, да, энергии в наших сердцах, душах, это, и вот очень, очень круто, вот остановились, и вот что-то такое очень важное. И решили да? торопиться делать. Да, доброго. и решили, да. Геннадий да. Викторович, что скажете, пожелайте зрителям, те, кто в этот момент смотрит нас. Ну, я, к сожалению, не психолог, но я не сомневаюсь в том, что... вообще вот вот я приведу фразу своего отца, который мне говорил всегда. Если тебе за день никто не сказал спасибо, значит, ты день прожил зря. Вот, вот, Торопитесь или не торопитесь, но ну, спасибо каждый день должен быть. Я хочу сказать спасибо вам за то, что нашли <как> время этим добрым вечером заглянуть к нам э, на огонек и э, разделить этот э, с одной стороны, далекий э, с другой стороны, уже э, достаточно близкий итальянский праздник. День неторопливости. Я хочу сказать спасибо вам, ребята, за то, что вы делаете прекрасную. Музыку дарите эти положительные эмоции. Я хочу сказать спасибо вам, что пришли сегодня к нам в эту студию доброго вечера. Ну, я хочу сказать спасибо всем зрителям, которые этот вечер провели вместе с нами. Спешу напомнить, что завтра будет еще один вечер. Он, безусловно, будет добрый. А на сегодня все. Всех обнимаю. Люблю, целую. Пока. И до скорой встречи в эфире на телеканале Беларусь 4. Говель, пока.